Всем привет, парни. Продолжаем, значит, играть в ферму, в симулятор. Вот, за кадром были посажены поля. Два поля у меня. 10-е, 11-е. Засажены, удобрены. Урожай зашел, нужно его собирать. Вот, играть с помощью курсплея в данной серии я не буду. То есть мы скосим. Я не знаю, на Сивас будем собирать или нет, все зависит от того, сколько это времени займет. Вот, буду делать все самостоятельно, курсплеем пользоваться пока что не хочу. Так, ну что, возьмем КамАЗ, наверное, да, выдам его на поле. И за комбайн. Берем урожай и спалим. Выглядит нам на склады пока. Но уже вообще не пустило, да, что просто сидим, смотрю, как видит, куда кого уже нет. Подожди, один собирать, и теперь там уже не успею не обойти, потому что у нас тут машина рядом ехала. Вот, будем пробовать настраивать курсплей. Thank you.
давно не играл я. Такие очки, какие-то темы. Да, полный комбайн, да, разгрузать там. Так вот, вот как у меня подошел к концу, поэтому записывать буду сейчас порезать. Так, комбайн купон, подгонил. Помаш, выходил, а то что-то мне сильно не больно не выступает.
Так, сейчас пшеницу уведем на склад. На канал, наверное. А на комбайн пока выйдем, работники посадим. Пусть пока дальше собирают урожай. Так, и подгоним пока сюда Урал для силоса, пока комбайн там делает свою работу, чтобы время не терять. Комбайн для силоса и Урал. Нужно будет тоже сюда на поле подогнать. Так, ладно, здесь поставим, чтобы не мешался никому.
pai.
сказал мне, это не команда, что он может работать с мужчиной.
встали на обратном поле. Набираем точку.
Так, сейчас я подсяду. А как убрать сейчас уже в этот доски? И теперь все хана, что ли? Thank you.
Эй, ау, как убирать-то тебя? Ну тебе пока презентация до ста не дойдет. Ничего не уберешь, что ли? Так, понятно, зря я накрывал. Ладно. Пока получается, получится силос. На этот силос нужно будет во что-то загрузить. А силосник не один, который наполнен сечкой. Вообще капец. А здесь мы его разгружать не можем. Понятно. Придется, наверное, целую рассечку пробить. Да, сечка никому не требуется. Понятно все. Будем разбираться, куда же лететь-то. Да, этот комбайн тоже покажу. Лучше пока я не разберусь. Куда сейчас кто-то будет. Так, разгружаем только наши лисей до конца. И идем убирать второе поле, там где у нас лишний.
Да, нюансов в игре много, действительно надо настоящим фермером быть, чтобы во всех тонкостях этих разбираться, понимать, что куда, когда, зачем и почему. Так, команду сейчас проложим новый маршрут, а сами поработаем на комбайне. Так, давай разбегай меня, уводи, а я поработаю.
Так, что где-то остановить.
хоть да, бат на 45% где-то заполнение там байна. В принципе, нормально, пора близко, что ли, пока даже как на комбайне там ведет или что-то. Да, парни, кто смотрит? Будьте яростно играть, не ходите. Подходите, кидают, не сила, если сами играть. Я, конечно, постараюсь, когда вам разобраться, да, но если вы не видите, то вы так не возьму, не парите. Вот, покатаюсь, посмотрю, может, на форум меня залезу, где подкасты найдут. Но если из вас кто-то знает, кто смотрит, подходите на список комментариев. Будет благодарен.
Потом допустим платила, чтобы поехала разбираться. Но не допустим быть. Да, Тульской, конечно, интересная очень программка, облегчает она жизнь, во-первых. Мне очень нравится. Спасибо автору программы, кто придумал. Прям вообще отличному.
У них этот комбайн сильно, конечно, когда у него жатка работает. Thank you.
Так, ну вот, собственно, два наших поля мы убрали. Я думаю, что на этом видео я буду заканчивать. Вот, за кадром я попытаюсь разобраться, куда мне все-таки делать сетку. Если кто-то в комментариях подскажет, большое спасибо. Вот, видео на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр.